Ягоды – ценный источник витаминов. Длительному хранению в свежем виде они не подлежат, поэтому хозяйки стараются максимально перерабатывать урожай, делая разнообразные заготовки на зиму. Домашние компоты, варенье, джемы, повидло и многое другое. Сейчас, благодаря современным морозильным камерам, появилась удобная возможность замораживать ягоды, фрукты и овощи в домашних условиях, что по сравнению с консервированием позволяет сохранить большее количество полезных веществ. Ягоды обеспечивают необходимый запас витаминов, микро- и макроэлементов. Сейчас я вам покажу, как я замораживаю свою домашнюю клубнику. Для начала промываем ягоды. Кладем сито, чтобы вода стекла, и промываем дальше. Клубники убираем плодоножку. Thank you.
Одну часть клубники будем замораживать целиком. Выкладываем на противень. Отправляем в морозилку. Вторую часть мы измельчим блендером, добавим сахар и заморозим в жидком виде. Взбиваем блендером до полного растворения сахара. Я наливаю вот в такие пакеты. Отправляем в морозилку. Вот такая жидкая клубника у нас получилась. А вот такие ягодки замороженные. Кладем ягоды в пакет и убираем в морозилку до необходимости. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока!